Ребят, кто у нас самый смелый рассказать в целом ваши ощущения, чтобы мы в режиме реального общения получили обратную связь и какие-то вопросы? Значит, вот 3 дня я готовился, сказать, вот, ну, был в восторге от этого мероприятия, от вебинара, и не было у меня таких денег, но вот я настолько этим проникся, что за 2 дня Вселенная, что называется, развернулась, и я там с легкостью нашел 300 тысяч, зная, что и через 4 дня я уже понял, что это, они вернутся в легкую. Вот сейчас уже среди коллег по курсу нашлись партнеры, мы уже там, замышляем совместные проекты. Вот каким-то, чудесным образом вот за эти 4 дня, там работы я уже получил там контрактов столько, что, закроем. Ну, я не знаю, в общем, когда думаешь о других, все получается. Вот. И, я не знаю, мне очень близко ценности, о которых делились на вебинаре и Дмитрий, и Сергей. Ну, я вот, я не знаю, какой-то чувствую себя частичкой, команды, как будто мы уже там лет 10 работали вместе. И всегда готов там на подхвате, вот, там, я не знаю, корму драить, картошку носить или, говно черпать. Так что, я всегда готов вот быть вкладом для вас. Ну, не знаю, вот все кайф, я не знаю, как. Основное, это обратная связь с коллегами. Вот, причем, как ни странно, контакты вне клана, более эффективны, более, действенны. Мы уже даже, переговоры там с одним участником провели вот позавчера в Москве в одной маркетинговой компании. Вот, немножко по-другому услышали рассказ Сергея с Дмитрием. Ну, в общем, все классно. Так, в первую очередь реально хотел поблагодарить. Вообще все очень так живо. Очень классных людей собрали. Ну, как такая большая дружная семья. Очень классные люди, прям прет. Вот. Что нравится вообще вот в этом формате, да, что, ну, вообще вот для чего, да, там. В принципе, у меня опыт организации семинаров, когда жил в Москве, да, вот, то есть, в принципе, знаю, очень привлекает, в принципе, такая вот как бы удаленность, что можно путешествовать и, ну, и вот, как сказать, это не будет зависеть, да, там, и останавливаться. То, что как можно удаленно все делать, да, и там буквально вот одна фраза как раз по поводу команды, когда Сергей сказал, что я всегда там выбираю управлять управленцем, вот это для меня было таким озарением, вот, что очень классно, прям в точку, вот. Ну, вообще, с идеей вебинаров я был давно знаком, но раз это акселератор, значит, это что-то новое. Ну и что произвело впечатление? Во-первых, это возможность автоматизировать вообще этот процесс обучения. То есть не вести это как это называется, один на один, что ли. Возможность автоматизировать процесс и масштабировать процесс. Вот это круто, это классно. Ну и возможность привлекать экспертов. То есть классно то, что у тебя высвобождается время, и классно то, что ты сам высвобождаешься. И вот для меня вот это было новое. Я под впечатлением от того видения, которое дано. То есть возможности, конечно, колоссальные. Если, говорю это, если суметь договориться с экспертом, если научиться все это делать, осуществлять технически, ну, то возможности огромные. Ну, во-первых, я хочу сказать, что вы меня на самом деле очень воодушевили, потому что я в последнее время немного приуныла. Ну, у меня свой бизнес есть офлайновый. Вот, и все как-то вот, ну, тяжеловато идет, в основном из-за того, что очень трудоемко, и у меня очень долгий как цикл сделки, так и, ну, собственно, непосредственно. Ну, трудоемкое выполнение заказа, то есть все очень как-то так долго достаточно длится. Вот, и вот эта идея с онлайн-школы меня лично очень сильно вдохновила. Я на самом деле, мы уже с моим коллегой, партнером, думали раньше об образовательном проекте, но почему-то у нас
все-таки думали в сторону офлайнового образовательного проекта. Вот, и онлайн как-то, ну, как-то у нас не возникало такой идеи. Вот. И здесь вот мне, на самом деле, очень все понравилось. Я, если честно, прям вообще вдохновилась, воодушевилась. Мне очень понравилось, мне очень нравится, кстати, ваш союз, вот, Дмитрий, Сергей. Как-то вот у Сергея все получается, ну, вы, на самом деле, оба очень четко все формулируете и очень так структурно подаете информацию, это классно. Вот, у Дмитрия еще немножко такая подача, ну, скажем так, более, ну, какая-то душевная, что ли. Вот, хотя мне очень нравится, как и Сергей дает уроки. Вот, ну, в общем, у вас такой прямо, такая синергия очень-очень хорошая, очень сильная. И мне кажется, вот вам прям очень, ну, прям стоит сохранить этот союз и двигаться вперед. Я думаю, что вы в этом и не сомневаетесь сами. Прям огромное спасибо вам просто. Это такой вот уникальный мне сейчас опыт находиться вот в онлайн-обучении. Я как бы себе это внутри не представляла, но вот эта группа, которая всем привет, вообще существует, когда читаешь каждую историю, это прям невероятно. Ну и самое главное, ребят, хочется вам сказать спасибо большое Юре и Сереже, прям вот правда. Дима и Сережа, я волнуюсь. Настолько качественная информация подана. Я вообще в очень многом не разбираюсь. У меня такой творческий абсолютно мозг, но, несмотря на это, все очень четко рассказано. Все очень так донесено. И еще мне нравится, что это так прям с душой все сделано, что прям вот даже если где-то в видео я что-то не поняла, я точно могу в описании домашнего задания все это понять, разобрать. Вот, поэтому внутри мне очень нравится существовать, у меня чудесный бадди, у меня чудесный клан, у меня чудесные команды, за которыми я также слежу, вижу какие-то успехи их тоже, и даже если я где-то не понимаю еще внутри домашнее задание, я могу посмотреть, как движутся другие, это невероятно вообще поддерживает. Вот, и, ну, как бы для меня это прям вот очень классно, это вот лично моя обратная связь, мне вот прям все-все нравится. Тоже хочу сказать, ребят, спасибо вам большое, спасибо всем остальным ребятам, вот, моей напарни. Вот, тема такая, что я очень офигенно ускорился, потому что, в принципе, по отдельности все эти куски, так или иначе, ну, как бы были мне известны, вот, но это, когда ты попадаешь, как бы, в струю с людьми, кто идет туда же, куда ты, и ты идешь, и тебя еще гоняет. Потому что я в последнее время себе везде уже тренеров нанимаю. То есть у меня есть для спорта тренер, у меня есть для основного бизнеса тренер, у меня вот есть для этого тренер, у меня есть духовное свое тренерство. Потому что, ну, это такой лайфхак. То есть вроде бы ты в момент сам не влияешь сильно, как бы на себя, да, но по факту ты тоже на тебя влияет. Ты инициировал это влияние так или иначе. То есть вы же все сами вписали в программу. Вот так, вы являетесь и инициаторами этого самого влияния на себя. То есть этакий лайфхак заменитель самодисциплины жесткой. И как раз вот я себя очень плотно завалил делами. Эти вот 2 недели, как раз связанные здесь с обучением, совсем закопался по полной. И понял, что я мало делегирую, что надо действительно делегировать просто все практически. И заниматься только созданием продукта, и то, как бы даже скорее другие люди, эксперты и так далее. То есть самому главное лучше выяснить более аудитории, ну, лично моя компетенция. А все остальное можно делегировать по факту.